Может быть, природа — это гигантский кот? И если так, то кто гладит его по спине? Позвольте представить, блестящий Никола Тесла. Величайший изобретатель современности. Переменный ток — пустая трата времени. Непрактичный и опасный. Ты живешь мечтами. А ты нет? У нас нет финансирования. Такая женщина может исполнить все ваши мечты. Мои мечты уже сбылись. Вы ночами работаете в секретной лаборатории и запускаете молнии в небеса. Наш мир — это сон, который Тесла увидел первым. Тесла.